Мендит Кантавермит. Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Ачир Тирбатаев. Я уже на протяжении 12 месяцев преподаю танцы в поселке Улан-Хол. У меня занимается около 50 детей в поселке Улан-Хол. В Улан-Хол я приехал по приглашению инициативной группы. В поселке есть инициативная группа во главе Идрисова Евгения Ирниевича. Он меня пригласил. И с тех пор... 12 месяцев, всего лишь год, но я думаю, мы проработали и покажем свое творчество. Думаю, что за год мы добились многих успехов. Наш детский коллектив я назвал Бальватныр. Почему Бальватныр? Название интересное, многие люди спрашивают и не знают, что это такое. У нас был хан Дандук Даши хан. В народе его назвали Бальватын хан. И один мой хороший друг мне посоветовал назвать ансамбль Бальватныр, потому что рядом с Улан-Холом находится ступа Дандук Даши хана, место кремации нашего калмыцкого хана. Бальватын хан, если говорить о нем, Дандук Даши хан, это один из величайших калмыцких ханов. Он издал закон о всеобщем образовании, самый первый в мире. До него никто этого не делал. Он всех обязал, всех мальчиков обучаться в хуруле, изучать монгольскую грамоту, изучать основы буддизма. После его смерти он правил в Калмыцком ханстве с 1641 по 1661. Только после три года после его смерти в Пруссии появился закон о всеобщем образовании. И поэтому название ансамбля Бальватныр с надеждой, что дети также будут такие же морально
воспитаны, что дети будут образованы. Вот. Поэтому название нашего коллектива «Бальватнер». Первый танец, который мы бы хотели вам показать, это танец «Савардынг». Почему мы хотим показать танец «Савардынг»? 1810 год. Страхов приезжает в Калмыкию, выходит его рукопись «Нынешнее состояние астраханских калмыков». Там он пишет: у калмыков есть только один танец. Называется он «Савардын». И калмыки пляшут не ногами, сколько руками. Выделывают из них разные фигуры. Гнутся вправо, влево, назад и вперед. Это говорит о том, что танец «Савардынг» — это истинный калмыцкий танец. Танец «Савардынг» — это чистый танец, без всяких примесей, без влияния, даже без влияния других народов. И поэтому для вас танец «Савардынг». Okay.
вот тут. Эсэгэвтэн ураад оддэй, эндээр ад ураад оддэй, эджин амин эсэгдад ад. Хэдрээс, хэдрээс! We'll be right back.
шүү да. Намрын сэрэн болохын цагта хархал байлгүй да. Хархан бага нааснаас андасан тэр мэндэ. Хаашаа явсан ч бодож байхад аргагүй юм да. Сагсай жургасан саллаа өндөр байгаар мотондо. Сүүлтэй сайхан сарууд нутаг талын цайган да. Сонгож утсан намрах чамдан
хүн цахан шуун хустан урдан сууна холин ахад өнөр ирхлэ хонат нэрлин сууя. Белый лебедь плывет в камышистом озере. Если приехали мои братья издалека, то давайте праздновать день и ночь напролет. Этот танец – это копия танца с Китая, внутри Монголии. Китай, у них очень песня, это мелодия, и сам танец очень известный, очень популярный. И я не мог тоже обойти эту тему стороной. Это танец и песня, это тоска по родным, кто находится далеко. И поэтому эта постановка посвящается всем нашим близким, кто сейчас находится далеко, кто сейчас не рядом. Для наших близких, братьев и сестер, кто далеко от нас. Танец хун шаут, танец лебедей. Я уже говорил о разновидностях, о богатстве камыцкой танцевальной культуры. И сейчас для вас танец чичердык. Что такое чичердык? Чичерхэ – это значит тряска. Это значит трястись, вернее. Чичерхэ – трястись. Основное движение – ход. Ход, мелкий ход ногами. Из-за него все тело трясется. Движение руками. Основное движение руками. Руки поднимаются на 90 градусов. И
тряска руками, тряска телом. Чечердык — это вы тоже все знаете об этом танце. Это самый прекрасный калмыцкий танец. Чечердык. У калмыков есть три стиля танцев. Мы его разделяем так. Тургаутский стиль, дербетский и бузавский стиль. И они все разные. Они не похожи друг на друга. Разный ход, основной ход разный, основное движение руками разное. И поэтому сейчас мы хотим показать танец дервдеби. Дервдеби, дербетский стиль танца, нашел свое воплощение на сцене благодаря мэтру нашего танцевального искусства Петру Тимофеевичу Нурбитову. Вы все, я думаю, вы все знаете про этот танец очень хорошо. Это танец тавшур. Ну, я человек творческий, и я попытался сделать свою постановку. Конечно, там есть движения, перенятые у Петра Тимофеевича Нурбитова, потому что мы все на него смотрим, все на него равняемся. Но постановка, она моя. Харая кетчингі чинігін әлі қалғылсын, чечір санна яудың табилалі, алегасы чечіріксін яудың табилалі. Харала улана яушынлой, хачылой, хаурин теріне көтілмі шәсін кемне дірдік білалі, хаурин теріне көтілмі шәсін кемне дірдік білалі. Тергінде зоқалта білелі, шынныта тергінде зоқалта білелі. Шынылой тілжіксан, ошынлой хачылой, шидірдіксін шалтыңғарын еңгір әдәвай. Шидірдіксін шалтыңғарын еңгір әдәвай. Son medel tabo ya berno beşir
Beşigan teşince geyrede vey. Beşigan teşince geyrede vey. Beşigan teşince geyrede xne. Bezgin şaltım olu gece geyrede vey. 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 Gitney. Сейчас я бы хотел сказать про калмыцкий народный танец ишкимдык. Ишкимдык от слова ишкмынхэ. Ишкмынхэ – это значит шагать. Шагать не в смысле о человеке, а ишкмынхэ – это когда… Ишкмне – это когда шагает конь. Основной ход танца – это характерное движение ногами. Это как будто конь ступает. Вот. Танец ишкимдык появился в начале 20 века в Астраханской области, в поселке Долбань, сейчас этот поселок называется Лиман. Вот. И он быстро распространился среди всех калмыков, не только среди тургутов, и среди дербетов, и среди бузавов. Это танец ишкимдык, который показывает все лучшие мужские качества. Вообще танцы на сцене, они показывают лучшие качества народа. А именно ишкимдык показывает мужские, самые сильные качества. Это удаль, смелость, ловкость. Это танец ишкимдык. Танец ишкимдык – это подражание орлу, подражание бегу коня. И вот много-много-много, очень много смысла заложено в танце ишкимдык. Мне бы хотелось обо всем этом рассказать. Но у нас есть определенный регламент. И поэтому я еще раз повторяю. Танец ишкимдык – это собрание лучших мужских качеств калмыка. И для вас танец ишкимдык. Үргін екі ежілді, олым бүгі дәрт соғылырыя, өрдің үлділ халим ғуд, ода әк жырғыя.
гына кебеден ен агарга бенем усна гына кебеден ен агарга бенем улан гына шарры гына инжирин жок улан гына шарры гына инжирин жок усна курмазаксың ке кадымдан зыкка жоннала усна курмазаксың ке кадымдан зыкка жоннала Ишлингинам болынгинна кебегесингин ала Ишлингинам болынгинна кебегесингин ала Иклегин ашырыгинна хакирысын дунла Иклегин ашырыгинна хакирысын дунла Икегин ашырыгинна инжирин жоку Икегин ашырыгинна инжирин жоку Ишлин урванзақсын кеға дөмеден зүкка дионнала Ишлин урванзақсын кеға дөмеден зүкка дионнала Сарсачы урғасын сады-сады сүйдетін Сарсачы урғасын сады-сады сүйдетін Санжы-манжы дұржы аптар мұндала залула Санжы-манжы дұржы аптар мұндала залула Санжы-манжы дұржы аптар мұндала залуды Санжы-манжы дұржы аптар мұндала залуды Сады-сүйдір бағы бұла күнділәді бән Сады-сүйдір бағы бұла күнділәді бән И для вас новая постановка на основе танца Шакабарка. Танец под калмыцкий хит. Все вы его знаете очень хорошо. Песня, народная калмыцкая песня «Мендре» — это действительно хит. И танец «Мендре» для вас. Исполнение старшей группы коллектива «Бальватныр», поселок Улан-Хол. Сарбата мэнгагина, билицэгинне, билицэгине, сари сарусыгар, белгілі, белгілі, сари гинэлэ сарулады, белгілэлэ вэчылы. Сэхы зангата, мэндэрэч болғылы, сарагар дахна, болғыла, болғыла, ухаға дахна гина, болғыла, болғыла. Уоттагиға келгінші, отчогиға келгінші, киріндагиға келгінші, кишкогиға келгінші, хавадирэ дөкінші, сасын біша дөкінші, түгэкілі дөкінші, иска біша дөкінші, уханчы норндык, уджахачы толгына, сега Хэч дорндык, теж хэч толгна. Хаусынгинэлэ мэнгагинэ, билицэгинэ, билицэгинэ, Харуула мэндэрэдэ, белгілэ, белгілэ, Харуула мэндэрэдэ, белгілэ, белгілэ, Хэрингинэлэ күйкінгинэ, мэндэрэдэ, Балғығы, хачудан суна, балғыла, балғыла, Харюгэ дэгэнэлэ, балғыла, балғыла, Уаттагиға келіғанэлэ, Йотчагиға келіғанэ, Ирдагиға келіғанэлэ, Иршкагиға келіғанэ, Хавадырэ дэгэнэгэнэ, Тасы мэшэ дэгэнэ, Түгэкэлэ дэгэнэгэнэ, Иска мэшэ дэгэнэ, Ухач норну, Ужылғач торну, Чэгэ Чынырну, чөргәш тұрну. Сорғаны жіліне, сорғалу қияқвы, Сорғалалы болысла, мендірі қияқвы. Сорғала болысла, мендірі қияқвы. Мендірі қияқвы, киянды яқвы. Киянды яқвы, мендірі қияқвы. Оттагиға келгінші, отчогиға келгінші, Кирнагиға келгінші, кишкогиға келгінші. Авадирі дөккеніғына, сасы біше дөккені, Түгәкілі дөккеніғына, изгі біше дөккені. Бухач нұрну, бужылғач тұрну, Сегәч нұрну, чөргәч тұрну. Орвана арсынға, дұға кенне яқы кенелі күлчегін
ginele bolla giga bendere giya hova kulcin ginele bolla giga bendere giya hova kulcin aşarla bendere de bolu golu kurva bala suqanalla derva bala suqan kurva bala suqanalla derva bala suqan watta giga kelqanalla yotta giga kelqan irna giga kelqanalla yirishko giga kelqan hava dire dok kelqana tasi bichadok kelan yuga kala dok kelqana iska bichadok kelan uqanchi norndik uqanchi dolgna segachi norndik segachi dolgna Ane khurqana mahiyginni mahiyginni sagar shi takne chanade garelo sagar shi takne chanade garelo chagane sanata mendere chabagan sagar shi takne havade garelo sagar shi takne havade garelo wottagira kelganyalla yottagira kelgany irnagira kelganyalla yirishkogira kelgany havade radak kelgana tasa bichadak kelan ga keladak kelgana iska bichadak kelan huqat norlo huqat norlo tega Çınarlı, tecrübe aç, korkma!